Всем привет! Продолжаю читать изложение для подготовки к ОГЭ. Сегодня мы начнем с шестого варианта. Одно из самых вредных заблуждений людей – представление о том, что от одиночества можно избавиться за счет развития техники общения. За счет изысканности манер, отточенности речи, глубоких познаний в какой-то определенной области знаний и культуры. Техника общения, конечно, нужна, но она сама по себе не может избавить от ощущения глубокого одиночества. В чем же выход? Есть один кардинальный способ – самосовершенствование, включение в активную общественную жизнь, воспитание благожелательного отношения к окружающим, принятие других людей такими, какие они есть, поиск в других хорошего и опора на это хорошее. Теплота, которую ты излучаешь, отразившись, вернется к тебе. В одиночестве, пожалуй, всегда никто не виноват, кроме самого страдающего. Поэтому нужно отказаться искать причины в несовершенстве или испорченности других людей. Самосовершенствование – это единственная и подлинная возможность спасения от одиночества. Если ты выбрал этот путь, то найдутся и книги, которые научат этому, а также друзья и близкие, которые будут тебе помогать. Но если ты считаешь себя совершенным и не хочешь меняться, а жаждешь исправления других, то не жалуйся на одиночество. Помощь дается тому, кто ее принимает. Это был еще один вариант изложения. Здесь 166 слов. Читаю я изложение по пособию «Скрипки. Тематический тренажер для подготовки к ОГЭ на 2022 год». Смотри мои новые видео.